Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 229, события дня. Исаия 8:10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. За 28 июля 2016 года. Далее сами считайте, что пишут об этом сектофобе, враге государства РПЦ. Прикормили. 20 лет расписывался за зарплату. Все понимают, что это за человек. И он инициировал на нагонение на нас по Роспотребсоюз обращение. Это 100% доказательство. Запись была сделана, где они это все говорили. На рождественских чтениях 16 года в Москве. У Бога все вымерено. Да помилует их Господь, да простит. А вот теперь сам пусть ответит за себя. Мы никуда не обращались, не жаловались, никогда, ни разу. Вот высказывание Антония митрополита Храповицкого. Прочитайте. А потом, что сегодня пришла почта, это не вся. Только часть. 27-го был суд, первая часть его. Ну вот, какие отзывы. Теперь кто у меня известны такие люди нападают на меня. И вот они теперь на этих людей, кого я показываю, начинает нападать, ругает их. Что интересного, матерятся прямо трехэтажным матом. Всякие страшные слова говорят. Это часто исповедуется, часто причащаются. Безумие полное. А жизнь продолжается. Вот Александр Вовк пишет. Скорее всего, судья не нашла связи между религиозной организацией, лагерем, станом. Поскольку СЭС и прокуратура не представила документов, подтверждающих, что лагерь учредила религиозная организация. А как она представит, если нету? Их и не было. Она, община, возникла на 19 лет позже. Вас оправдали по протоколу, а не по существу. Нет, это по существу. Скорее всего, Бог их просто попутал, а вам дал сигнал. Какой сигнал? Чего? Владислав, вы просто сути не знаете. Я организатор. Все, что здесь есть, это мое. И постельные принадлежности, и посуда, и продукты, и люди, и уставы. И все абсолютно, все. До самой последней буковки. Это мое и братья, которые помогали, приезжали когда-то. Подтверждение из юстиции о том, что это мое. И община никакого отношения не имеет. Меня никто не назначал. Не одобрял, не проводил, ни приказами, не финансировал. Как я могу относиться? То есть я в общине только состою, а дальше это моя деятельность самостоятельная. Райхань Жайнакова. Слава Христу! Игнатий Тихонович, по-другому не могло быть. С вами Иисус Христос и много любящих и уважающих вас христиан. Отец Наум Борщуков. Стратегия по эвакуации детей была организована прекрасно. Они генеральную репетицию не посмотрели. Храни тебя, Отец Господь. Ответ в Канаду. За Егора не беспокойтесь, у него добрые изменения и только в лучшую сторону. Время вы указываете везде, только московское, что он приезжает. Созвоните с Сергеем Пупковым, лучше было бы, чтобы он вас привез и отвез прямо в аэропорт. Андрусенко Александр. Слава Христу. Здесь непонятно, Мошен или кто-то. МС тут какая-то, не знаю. Яркая демонстрация человеконенавистнической сущности российской власти. Законы, придуманные злодеями-гуманистами, служат дьяволу. Поэтому все-таки российские законы, в том числе те, которые исполняет Роспотребнадзор, и вся вина юстиция, должны быть уничтожены, а их чиновные и исполнители привлечены к ответу. На 100% согласен. Это по слову Божьему я уже разбирал и ролик составил. Именно так.
Лариса Викторовна Бежан. Слава и честь, благодарение Господу Богу, Вседержителю, живущему во веки веков. Благодарим Тебя за то, что Ты презрел на дела нашего брата. Благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог и никогда не покинешь нас. Спасибо Тебе за все. В имя Иисуса Христа. Аминь. Так. Наталья Филатова. Рада за вас, слава Богу. А напугали, небось? Я уж стала беспокоиться за ваше самочувствие. Все-таки годы. Но вы старый вояка, Христов. Владислав Морощак. Слава Христу, Роман Малыш. Если с нами Бог, то кто против нас? А в конечном результате остается пшик. Александр Лобачев. Слава Христу и Богу нашему, аминь. Александр Марьясов. Слава Богу нашему Иисусу Христу. Переживаю за всех вас. Каждый день прошу от Бога милости всем вам и терпения. Спаси Христос. Галина Влеске. Благодарим Тебя, Господи, за все. Плачу от радости за вас, потеряются, милые мои христиане. Как здорово доверять Богу. Аминь. Алексей Куракин. Вся слава Христу. Дмитрий Игоревич. Слава Христу. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Владимир Оперман, слава Иисусу Христу. Тот, это кто-то из Латвии, кто-то из Киргизии, то есть из разных Казахстана, из разных стран пишут. Евгений Давыдкин, слава Христу, Псалом 67:35. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Роман Кучма, слава Господу нашему Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, сколько лет лагерю стану? Отвечаю, ровно 45. Теперь вчера мы уже здесь сделали собрание, и я показал слова «лагерь», «стан», «начальник» исчезает из употребления. Все. Вот только закончится, ну еще 10 дней, прокуратура там может опротестовывать, мы не знаем, чем закончится, Роспотребнадзор как. Николай Веселов. Мир вам, Игнатий Тихонович, посмотрите ссылку об митрополите Иларионе. Все делается ко приходу Антихриста. Как это во свете Библии рассматривать? Не могу я. У меня возможности здесь нет это рассматривать. Александр Сиховский, слава Христу. Лифанов Александр, слава Христу. Михаил Домнич, слава Христу. Валентина Пивень, благодарю, Игнатий Тихонович, вас за сообщение. Слава Господу, что Он поборол за вас. И ваше дело право не только перед Богом, но и для мира это должно стать свидетельством Божьего присутствия в сегодняшней жизни. Бог с вами. Лариса Медведева, слава Господу. Ну, я не стал все уже. Это сегодня только за ночь пришли свидетельства, когда я рассказал о том, что вот так у нас получилось суд. Теперь, как суд-то был? Я сейчас коротко покажу, а вы там сами уже решите. Я его вывел, мне трудно было понять, что там было. Плохо слышно, записано было на магнитофон. Я не знаю, то ли видео не было или не разрешили, тоже не знаю. И я попросил, снимите мне это в Word. И уже сняли. Сергей Пупков потрудился. Спасибо, Господи. Роспотребнадзор РП дальше будет. Мы, как представители территориального отдела Роспотребнадзора на основании доверенности в дальнейшем РП. Судья. Остальные слушатели... Никто не будет выступать в качестве свидетелей. Вот главные слова. После этого многие хотели выступить, но уже судья говорит, я говорила, спрашивала, все, хода нет назад. Почему было не написать даже записку маленькую и сказать, я здесь паспорт взять с собой? Вы бы сказали это. Сидели, молчали. Что значит неопытность? Согласно протоколу, я буду просто прокручивать, вы сами смотрите, местная религиозная организация, вот. Я прокручивать буду. Мне очень трудно. Какие тут обвинения против нас выдвинули? Списки поставщиков пищевых продуктов. Вот. Ну все, то есть обвинения, которые к жизни, к здоровью никакого отношения не имеют. На одном столе нельзя приготавливать. У нас 10 человек в семье, детей было только. И во всей деревне на одном столе. Ну, то есть глупости пишут. Это писал какой-то старый медицинский работник, может быть, который уже на одних таблетках живет. И он хочет, чтобы все такие же были. Под этот уровень всех подвести, и он тогда не больной. Все едят таблетки. Список только медицинских препаратов, которые есть здесь, тянет не на 1000. Чуть не 50 наименований. 40
Какой был больной, а какой стал? Александр Македонский. И как жили-то? Вот именно живите по нашим нормам. Дышите, карболка во рту, спринцовка должна быть, как Лев Толстой насмехается в крейсеровой сонате. Нарушение лагеря стана. Нет ногомойки. Тазиках моют, нет ногомойки. Я даже не слыхал такого. Ну, то есть надумано. Сами смотрите, вот тормозите. Это прямо что там они выдвинули. Ну и все. Да это все можно представить любому президенту. Почему не представить это патриарху другим? Да подряд там по Евангелию уже можно обвинять. А у нас-то ничего нету. Подается умывальник через шланг. Ну еще, а как подавать его? Из пруда качает. Подарили нам насос, танкостроительный завод. Шланг подарил, резинотехнических изделий завод. Все указано, ворованного нету. Сторона в форме неосторожности. Дальше, что интересно, сами же говорят, что... Ну вот это наклепали, что попало так же. В качестве отягчающей ответственности отсутствует субъективная сторона. То есть может споткнуться, упасть, то есть выдумка. Гигиенические штрафы, им деньги нужны. Сколько они ездили, и шофера, и милиция, полиция, и кого только не было. И сейчас судью отрывают. Все работают, но ни один ничего не производит. Они около моей колокольни все крутятся. Моя колокольня это, как Лев Толстой говорит. Это Максим Горький о Льве Толстове. Толстом. Слушаю позиции заявителя. Росплодзе. Могут повлечь угрозу жизни и здоровью детей? Могут. Да все может быть. Что мы родились, уже это может повлечь. Что едим, может подавиться простым куском. Можем не проснуться. Утром многие не проснулись. Наша постель служит смертным ложем. Все смерть предстоит. Вот все уже. Вот зависимость, вот это все накрутка. Ничего нету. 45 лет ни одного заболевания. То есть... Мы должны выработать в себе противодействие всем этим палочкам. Она нашла палочку, испугалась. А мы не боимся. Ее съели, и все, если только нашли. Но откуда я знаю, что она не из-за уха ее вытащила? Потому что обмакнула ватку туда, а потом щешет за ухом. Это нарочно всех поставили, жестоких, беспринципных. Пожалуйста. Вот у них все есть, а дальше судья будет спрашивать. И они ничего доказать не могут. Пошли к прокурору, прокурор дал, без меня обойдетесь. Вот просто считайте здесь, тормозните, просчитайте. Вот так. Акт от 22 июля, закрытие проверки, мы просим приобщить к материалам дела. Также направлены по почте. Этот акт о данной проверке, просто он закрыт от 22. Закрыт! А 22, а мы 18 его закрыли, это вранье! 18-го, когда там приехала полиция ночью, в 22:00 лагерь был закрыт. А они спустя 4 дня его закрывают. Закрываете что? Пустоту в мозгах своих. Как можно закрывать, когда его нету? Нету. Ни один ребенок туда больше ноги не ступил. Ни один. Я верующий, перед Богом говорю. Перед Богом. Я запретил туда приближаться даже детям. Дети разобраны, за ними приехали, кого-то увезли. Я специальную машину выпросил из Барнаула, приехали. Вот наш доказывает. Я возражаю, поскольку протокол, а Севастьян, это наш юрист, административного правонарушения по настоящему делу составлено ранее. Я считаю, поэтому акт проверки не может являться доказательством по настоящему делу. Лагерь закрыт 18 июля в 22, когда дети бегут. Все, они бежали в грозу. Там молния сверкала впереди их-то. Вот настоящий боевик. И больше не возвращались. Распределенно были здесь. Ну и дальше между собой они говорят. Вы заметьте, о чем как говорят и как умно судья отвечает здесь. Вот в этих вопросах. И наш представитель РП, это Роспотребнадзор. Это все Дворкин инициировал это. Видите, молились. Судья здесь все
сама судья все задавила их. У них нет ничего. Обман. Бог благослови судью, Господи, благослови. Мы не знаем, что будет дальше, потому что еще только сегодня будет выносить окончательное решение, а 10 дней еще на опровержение прокуратуры там и прочее. Будут, не будут, не знаем-то. Но главное, здесь все приведено, мы все это приняли как от Бога. Как связан стан Крестовоздвиженской общины? Никак. Никак. Лагерь образован в 72-м году. В 72-м. А Крестовоздвиженская община в 91-м. 19 лет без одного года, 2 десятилетия разделили. Да кто кого родил? Лагерь 20 лет или ребенок один день. Ну что тут непонятно-то. Меня никто не назначал начальником. Я сам его образовал. Сделал известным, приезжали люди из-за границы и откуда только не было. Один раз только в лагерь приехали сразу, с поезда сошло 72 человека. На костре 120 было. А сейчас другая обстановка. Украина поставку основную делала. Грузия. А сейчас другие государства. Ну, 45 лет, ни одного заболевания, ни одного отравления, ни одного повреждения, ни одной смерти, ничего этого не было. Самый был трудный год, 98-й, 15 краевых комиссий. А нынче я сразу понял, что это Роспотребсоюз, это деньги, деньги, им деньги нужны, деньги. Пытались уголовную статью создать, ну вот считайте дальше. Староста, никогда старосты не было в этом лагере, он снят с регистрации, то есть они ничего не приготовились. Судья, староста чего? Староста лагеря детского православия находится в Потеряевке. Староста лагеря. Ну какой староста в лагере может быть? С чего староста? А было в это время, когда нападали 15 человек. Ну было до этого 20, допустим, после ехали. Староста является Крестовоздвиженской общины. А где то Лапкин является старостой лагеря стана? Ну нигде не было, никогда. То есть абсолютно не приготовились. Ищет документы. Староста Лапкин. Да, но лагеря где, судья спрашивает. Вот так. Судья их разгромила, смотрела, не спала. Благослови ее, Господи. Вот наш Севастьян Бауэр. Его имя Севастьян в крещении. А так он Эдуард Викторович. С красным дипломом, закончивший юридический факультет. И как он пришел первый раз на занятия, и как обратился, принял крещение. Вот. Видишь, документов нету. А им какая разница, от общины или самостоятельно? Ну, от общины в 10 раз, может быть, больше можно взыскать денег. Вот что. Больше ничего нету. Ну, паразитов этих, толстопузых, всех надо, пузатых милиционеров, всех надо кормить. Кормить надо, кормить. Гаремы эти кормить надо. А взял у меня пенсия огромная, по их расчетам, 6523 рубля за 35 лет трудового стажа. Вот, смотрите. Деятельность приостановлена. А она врет. Говорит, нет. 27-го суд уже 9 дней лагеря нету. 9 дней она врет. Врет РП. Дети также живут там. Ни одного ребенка не было. Ну, вранье.
А он с чем же подтверждается? Лагерь закрыть, детей там нет, поднятием рук просили слова. Я же спрашивал в начале процесса, кто-то будет давать свидетельские показания? Мать, я мать этих детей судья, я объясняла вначале, что вы не сможете давать показания. То есть они должны быть там в сенях, где у них там в коридоре, и потом вызывать их. Тормозите и считайте, тормозите и посчитайте. То есть это вот как процесс происходил. Я брал ответственность перед Богом, перед законом государственным, перед родителями. А сейчас ответственность боятся взять. Это я взял ответственность, 45 лет нес ответственность за детей. Вернуть детей, поддерживать связи. А ведь это дети. И притом я их не держал под одеялом. Они плавали, купались, на лошадях каждый год катались. На лодках каждое воскресенье. На лошадях, на лошади. Кроме того, специально есть деревья, березы ходили. Они как белки лазили у меня по деревьям. И все заснято это. Бог хранил. Конечно, рисковал. Рисковал ответственность. А как по-другому? Она, судья, говорит, достаточно уважаемая община. Вот теперь, которые противники, там разные скуратовские, это будут лопаться и ковырять кое-где пальцем у себя. А откуда же еще другие доказательства? Суд говорит. Эти никогда не встречались ничего. Почему? Часто исповедуются, часто причащаются. На меня упырь. Там, я упырь. Какой я упырь? Какой? Упырь, ты нападаешь, не я нападаю. -то. Вы кровожадная свора на меня нападаете, а я за вас молюсь. Господи, эту обрати несчастную душу. Моральные устои, судья говорит, моральные. Что-то мы нарушили, непонятно, что означает. Юля просит слова, уже не дает. Вы не участник процесса. Будут ли свидетели, все промолчали. Вот это хочу подчеркнуть. Это очень важный момент. И скажу, что судья права. Права. В зале судебного заседания вы не сможете выступать. У нее есть закон такой. А можно войти свидетеля попросить? Нет. Ваш представитель об этом знает. Нет никаких. Слушайте. То есть о чем разговариваете? Дети здоровые. И все. Не болеют. Все. Показано, что все ваши пункты, они ни гроша ни ломаного не стоят. Вы подгоняете нас под болящих. На больных составили эту инструкцию. А у нас дети здоровые. Лагерь трудовой, не оздоровительный. Самотек тут проще. Судья говорит не по нашему лагерю, как она... Другой лагерь бы судила. У нас наоборот, все прочно, крепко. Катенька, не знаю, что это. Настаиваем на протоколе о временном закрытии, просим его удовлетворить. Лагерь закрытия как?
Как, когда нет лагеря, нету, нету, совершенно в пустоту бьют. 9 дней лагеря нету, они бьются за закрытие лагеря. Я его закрыл. Закрыл. Расформировано все. В этом виде лагерь больше существовать не может. И вчера мы провели здесь совещание, в каком виде он может быть. В лагере больше не будет детей. Ни нынче, ни следующий год. Только по-другому будет. Прекратить в связи с отсутствием деятельности состава административного правонарушения, не говоря об уголовном. Все. Ну и все пока на этом. Богу слава. Господь сохранил детей, развезли, родители пришли на суд. Всех, всех благодарю, судью и всех, и врагов благодарю. Благодарю, потому что вы, ну, дали такой материал, такие ролики вышли, как бы не вы, этого тоже не было. Почему? А потому что за все благодарим Бога. А поэтому и вас поблагодарим. Вы трудились, как Антоний говорит, трудолюбцы, идолопоклоннику, несущему идолам, сказал, так и вы трудились, старались, ну покайтесь, я благодарю вас, и тоже покайтесь. Слава Иисусу Христу во веки веков.